Прошло 10 лет с тех пор, как мы потеряли Китиш. В первые годы мне казалось, что долго мы не протянем. Но мы — потомки некогда великого народа, и мы выжили. Борьба за выживание. Отряд 5. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял. Идем. А чего мы их просто гранату? Она здесь! Ты чертовски прав. Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них.
это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Лодь земли отдала нам свои богатства. Собору берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю. Но выбора нет. Сколько насилия. Сколько смертей.
Но, несмотря ни на что, люди Якова продолжают сражаться. Их связывает клятва, данная их предками. Долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым. Если мне удастся найти Атлас, я смогу забрать отсюда Святой Источник. И им не придется больше страдать из-за него. Они смогут поделиться бременем правды с остальным миром. Но если все окажется впустую, не знаю, что тогда делать. Молодежь, вы смеялись, когда учились читать, говорили, что для охоты это не нужно. Но вот вам урок. Все взаимосвязано, а я всегда права. Для тех, кто понял, сколь глупо упрямство и могут прочесть эти строки... Не стану больше отрицать, что меня влечет Кали. Когда я бродил по горным тропам высоко над долиной, она нашла меня. Теперь я знаю, что влечение взаимно. Я объяснил ей, почему не могу, не должен. Это радует. Мы доставили большинство раненых в укрытие, но враги вернулись. Они захватили верхнюю деревню. Там внизу, есть еще наши люди. Они организуют сопротивление. Нам всегда пригодятся лишние руки. Если хочешь вернуться в деревню, будь осторожна. Привет.
была возможность одного принести. Но премия мизерная, я не стал платить. Да, один сдался прямо на глазах у начальства. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в сторону. Все, что мне удалось узнать, Анна и Константин тут главные, но они всего лишь марионетки в руках кого-то с деньгами и большими планами. Я сузил круг подозреваемых, но с трудом... Закончат зачистку, а нас ждут на базе. Оставь их. Понял, у нас чисто. Понятно.
Охрана пришла ночью. Я так и знал, что придут. Убивать технаря из эха было уже слишком. Я знал, что нельзя, но не удержался. Потомки надоели, хотелось чего-то большего. Меня притащили в комнату без окон и бросили, сочли за мертвого. А потом пришел Константин. Взял мою голову в руки и улыбнулся. Сказал, что понимает. Что сам когда-то был таким же. Что я согрешил. Сказал, что решать с ним, но он нас рекомендует. А потом... рекомендую. А потом будет какая-то церемония посвящения. О! И что, это все? Слушай, других по несколько лет на контракте держат. Терпение, чтобы взяли в орден. Thank you.
Крофт постоянно нам мешает. Кто-то раздул в ней искру. Лорд Крофт был слишком оторванным от жизни. Он был трусом. Его дочь не такая. Сегодня я чуть было не... Проклятая болезнь ослабляет мое тело, а теперь еще и разум. Мы с Ильей попробуем добраться до дальних холмов.